Мощи преподобного Серафима Саровского встретили сегодня в Рязанском Кремле. В Христорождественский собор они прибыли из Свято-Троицкого Серафима Дивеевского женского монастыря. Серафим Саровский – один из наиболее почитаемых русских святых. К его мощам нескончаемым потоком стекаются верующие люди, которые молитвами преподобного получают помощь от Бога. В Рязани ковчег с частицей мощей святого проводит до 26 марта. Величайшая святыня прибыла в наш град. Мы сейчас и в ближайшие дни будем иметь возможность поклониться этой святым мощам, попросить преподобного милости, крепости, попросить Божьей помощи, чтобы преподобный умолил Господа, оказал нам. Светлое Христово воскресенье за горами, и вот святые мощи укрепят нас в этом святом деле.